написал песенку как раз для Володи Полякова и для Оли Кузнецовой. Может быть, вы знаете, очень, очень, очень хорошая певица и поэтесса. Да, замечательно. И мы должны были ее втроем петь, и как-то, в общем-то, наверное, пару раз мы и спели. Да, там. Да. Вот Зоя говорит, что они отдельно потом где-то пели. Да, я запись видела, да. Ну, в интернете, естественно. Вот такая песенка получилась для троих. Сначала поет он, потом поет она. А в припеве поет он. То есть два он, да? А два он. Ты же сказал на троих, да? Заморожена, так заторможена. Скушай, милая, ты пирожных размороженных оттаешь, может быть, ты. Я гулял с тобой зоопарками, там птички каркали, червячки чирикали нам, а теперь мы только телеграммами и инстаграмами, просто на сердце шрам. Ты спроси, я отвечу, холод или зной, будет до день или вечер, главное с тобой. Наши чувства растают даже лютою зимой, значит, зря мы мечтали, чтобы бил прибой, прибой. Ну, со старой пластинки, да? Ой, чтобы бил прибой. И она поет, да? Ты, любимый мой, такой взъерошенный, весь словно брошенный, а всего лишь ты поверь в хорошее, влезай в галоши, ты встречай, приезжаю я. Мы пойдем с тобой гулять в дендрарии, сушить гербарии, кататься на колесе, поплывем морями, океанами, мы станем пьяными на пляже в Туапсе. На пляже в Туапсе, ты спроси, я ответил.